Доброго вам светлого вечера, Божьего вам благословения. А я вам хочу вот показать луч солнца, видали? Лучик солнца. Я вам дарю вам теплоту горячего штата Техас. Всего вам доброго, светлого, прекрасного. Пусть этот лучик вас тоже достанет. Лучик солнца. Смотрите, солнце садится. Это мое любимое место. Я все время здесь останавливаюсь. А сегодня я вообще увидела красоту. Увидела такие растения, которым надо просто рассказать. Это необычные растения, я их давно искала. Раньше я думала, что это бессмертники, а это совершенно не бессмертник. Вот, это такое растение, которое лечит все болезни. Там есть легенда, связанная с Божьей Матерью, и, конечно же, дьявол разозлился и как укусил или откусил корень вот этого растения. Поэтому оно так и называется – укус дьявола. Это очень интересно. Вот вам пока случик. Греетесь на солнышке. Вот, видите, как оно прямо… Вот это луч солнца. Это вообще… Я сейчас на него вообще прямо, чтобы на меня он был направлен. Как красиво. А. Вот. Я не знаю сейчас сколько времени. Может быть, скоро 8 часов вечера, может 7:30. Просто пока вам показываю вот эти растения. Кстати, здесь еще столько подорожника, и он такой высокий, он уже цветет. Вообще красота. Ну, солнце вообще надо сфотографировать. Это же надо, такая красота, вот такой луч. Такое редко можно увидеть. Да. А вон ангелок летает. Ангел. Точно ангел. Я его прямо вижу. Ангелы и архангелы. А сегодня еще праздник. Сегодня праздник Николая. Святого Николая Чудотворца. 22 мая. Так что я вас всех поздравляю с праздником. Святителя Николая, Николая Чудотворца. Пусть он вас охраняет. Особенно кто путешествует. Путешественников. Путешествующим. Конечно же, вам всем чудес, пусть Николай Чудотворец сделает, как Николай Чудотворец творит чудеса. У каждого, для каждого свое. Все, что вы просите, пусть по Божьей воле у вас сбудется самым благоприятным образом. Вот, и просто хочу вам показать вот это солнышко. И сегодня понедельник, вечер уже заканчивается. Такой прекрасный теплый вечер, солнышко вот садится, видите? И растения какие красивые, о которых я вам говорила. Надо вот, оно на английском называется, я сусия, что ли? Я не помню, я неправильно сказала. Пока лучше смотрите и наслаждайтесь вот этой красотой, вот этими цветами, лечебными цветами. Я думаю, может, вы тоже видели их. Но вы можете, интернет вам в помощь, можете написать в интернете растение, цветок. Такой, как я вам сказала. Не хочу повторять часто вечером. И прочитайте сами. А вот этот лучик солнца. Лучик солнца. Боже мой, как же, какая благодать. Как красиво. Смотрите, какой луч. Да. Тут так интересно. Вообще, даже не хочется отсюда уходить. Здесь красиво. Слушайте, тут еще такой подорожник я хотела показать. Прямо вот, прям его сейчас цветение идет. Я никогда не думала, что у него такие длинные. Как оно называется? Как цветет он, цветет. Я все еще хочу на солнышко направить, потому что такое редкое явление. Красота какая, а? Ну все,
Всем добра. Всего вам самого хорошего, прекрасного. Мир вам, мир вашему дому, теплоты, добра, мир в ваших семьях. Пусть у вас все будет хорошо, я вам желаю. Пусть Господь благословит ваши планы. Пусть у вас все сбудется по воле Божьей, самым благоприятным образом. Все, пока-пока. Мира, добра. Как же это все-таки красиво, что просто не хочется даже уходить с этого места. Уже прощаюсь несколько раз, прощаюсь, и все, никак не могу распрощаться. Просто такое явление не каждый раз можно увидеть. Вот солнце практически садится. Красота. Божественная красота. Ну вот солнышко практически и садится. Все. Сейчас оно спрячется. Реально. Вообще какая красота. Да, оно прямо сверкает. Солнышко. Какое же ты все-таки безумно красивая. Теплое такое, хорошее, прекрасное. Там так, если не знаю, как можно даже направить, там как будто радуга вокруг солнышка. Ну вот, я сейчас поближе вот так вот. И он, да, оно все равно не получается на камере. Так как его видишь на его, оно не получается. Зато вы видите такой луч. Большой луч. Солнышко. Красные растения лечебные. Наслаждайтесь, смотрите, пусть они вас полечат даже через экран. Господь творит чудеса. Надо прийти, когда здесь не так темно. Красота. Вот и все. Солнышко почти прячется. Вот оно прямо заходит, заходит, уходит. Все. Практически его нет. Луч солнца еще остался. Грейтесь, наслаждайтесь. Вот оно уже садится все ниже, 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 ниже. Сейчас оно вообще спрячется за деревья. Вот все. Оно практически уже спряталось от нас. Но еще есть. Счастливого вам вечера. Солнышко, до завтра. До завтра. Какая же все-таки эта красота. Божественная красота. Чудо какое. Уже оно почти село, а луч его еще виден. Луч солнца. Лучик солнца золотой. Лучик солнца золотой. Ну все. Уже и лучика почти нет. Солнышко село. И вот я сейчас наведу вам еще на это прекрасное растение. Кто знает, его знает. Все. Пока-пока. Всем добра. Добра, любви. Вот и все. Красивый мой цветочек. Вот, пожалуй, вот это вот. Все, никак не могу отойти. Вот, ну сейчас. Вот теперь вы будете его смотреть. Ветерок такой, тихий, тихий ветерочек.